Стефан. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот чем ваша сегодня душа переполнена, этот знаменательный день? Мне всегда отрадно видеть людей, которые живут братством. И вот братство, которое объединяет всех десантников, оно такое, настолько легендарное, настолько сильное, и всегда вызывает уважение. Вот сегодняшний день, вот, всегда, когда мы встречаемся, мне нравится, что акценты расставляются правильно. Всегда, прежде всего, вспомнить тех братьев, которые, к сожалению, не могут стоять сегодня здесь с нами вместе. Помолиться, попросить Бога, чтобы Господь поднял их вечность. А главное, встретиться, пообщаться, поддержать друг друга. Я желал бы, чтобы... Я знаю, что вы все время, уже длительное время находитесь с десантниками, и фактически вы как бы их духовный наставник. Что вы пожелаете десантникам сегодняшний их день? Я желаю им, чтобы прежде всего ценили жизнь. Потому что жизнь дается неспроста, и время, которое сегодня дается, самое лучшее. И в этой жизни, в это время бывают трудности. Но девиз десантников простой. Никто, кроме нас. Поэтому будем жить, трудиться и показывать пример жизни. Спасибо огромное.